проповедовать из 4 главы книги Иакова, поэтому вы можете вместе со мной открыть ее, и мы начнем с вами ее по стихам разбирать. Я читаю первые стихи. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». И так далее, мы потом продолжим. И вот эти вот стихи, здесь вот Иаков, он относит, в принципе, можно сказать, как к общине, но я думаю, не только к общине. И в каждой общине есть такое. Может быть, мы не видим этого сильно много, но есть какие-то вражда, распри, есть какие-то стычки. Люди сталкиваются из-за разных проблем, иногда из-за служений даже. И все это приводит действительно к горькому корню. Происходят непонятные разногласия, вот эта вот вражда, люди обижаются друг на друга, и все оно присутствует. И вот здесь вопрос, он также говорит, почему у вас так? Почему? Что стоит за всем этим? И знаете, одна из причин, почему так происходит, это то, что люди, он называет здесь это вожделениями, они пытаются достигнуть своих эгоистичных достижений. И эти достижения, они могут быть разные. Иногда люди поступают определенным образом, даже иногда под видом служения, то есть намерения вроде бы могут быть хорошие, чего-то достичь, может быть, даже как-то послужить, но вот что стоит за этим, не всегда правильно. Иногда человек, он пытается приобрести, например, свое акара и шит, как это? Личное признание. И вот для этого он делает много-много разных вещей, которые могут казаться хорошими, но могут привести к разным стычкам среди других людей. Кто-то пытается завоевать высшую почесть, приобрести вот этот ковод и уважение. Иногда это связано с силой и со властью. Многие вещи могут быть связаны с деньгами или чтобы просто приподнять себя над другими. И такие вещи, они могут присутствовать в общине. Такие вещи могут присутствовать даже не только в общине, такие вещи могут присутствовать даже в наших семьях. И если мы говорим про общину, бывает так, что люди, пытаясь даже достичь какого-то уровня в общине, пытаясь признать себя, чтобы получить вот это вот свое признание, начинают наступать друг на друга. И Яков, он здесь говорит, все это, оно не очень правильно, оно плохо. И мы не должны так поступать. И смотрите даже, как он это выражает. Он говорит, что мы иногда убиваем и завидуем, и не можем достигнуть. Убиваем и завидуем. То есть он даже убийство приравнивает здесь своего рода. То есть это не реальное физическое убийство. Это то, что приводит нас, то, к чему приводит нас зависть. Иногда мы пытаемся достигнуть то, что не является нашим, что есть у другого, и мы пытаемся это получить. И когда мы идем вот к этой цели, взять чужое, мы можем просто растоптать человека на своем пути. Поэтому мы должны всегда понимать то, что мы делаем, что стоит за этим, что стоит за нашим поступком, почему мы поступаем определенным образом. Действительно, для того, чтобы послужить Господу или для того, чтобы получить какое-то свое вот это вот акара от Смит, получить какую-то высшую почесть, чтобы меня признали и сказали, вау, ты какой крутой, может быть, какой ты стал крутой молитвенник, как я хорошо помолился. Что стоит за нашими действиями? Ведь эти действия, они могут просто повредить друг другу. И это то, что Яков говорит. Подумайте, эти вещи могут присутствовать в наших семьях между мужем и женой. Мы читаем в посланиях к Коринфянам, где говорится про любовь, что она не ищет своего, она не превозносится. Сегодня, да, вот мы затронули тоже тему про семьи. Когда мы начинаем превозноситься, то, что здесь Яков пишет, оно ведет к распрям и раздорам.
Когда мы начинаем искать своего только для меня любимого, вот ты должна сделать так-то или ты должен сделать так-то, вот только для меня и для меня, это не есть истинная любовь. Она будет приводить к распрям и ссорам, и к вражде. Но когда ты отдаешь для другого, когда ты даешь это действительно от сердца, чтобы отдать, чтобы благословить, тогда не будет вражды между вами, тогда не будет вражды в общинах, тогда не будет вражды в семьях. Если мы смотрим на Божье Писание и двигаемся по нему, то мы можем избежать очень-очень много конфликтов. Поэтому вот эти вот стихи «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Знаете, в нас всегда есть вот эта вот двойная наша плоть. Одна или два духа, можно сказать. То есть что-то, что плотское, что грех испортил. И оно враждует духовному нашему состоянию. Эти вещи, они всегда-всегда воюют между собой. И вот наши вожделения для самого себя, они приводят к многим бедам. Поэтому мы должны иногда обращать на это внимание. Я вам дам такой пример. Вы помните, в Писании есть одно место, где царь Давид, он убегал от Саула. И он послал к нему с одного из своего помощников, одного из мудреца, чтобы он был советником у него. В то время у Саула, если не ошибаюсь, у него был другой советник, которого звали Ахитофел. И он считал себя самым мудрым, он был самым близким к царю, и все, что он всегда говорил, все это сразу исполнялось. И вот когда пришел другой советник и посоветовал по-другому, и царь сказал: «Вау, действительно, твой совет лучше, чем совет Ахитофела». Ахитофел не смог это выдержать. Он сказал: «Вау, пренебрегли мной, пренебрегли моим советом». Это так сильно ударило по его гордости, что он пошел и покончил жизнь самоубийством. Поэтому я говорю, что иногда за нашими поступками стоит наша гордость. И я просто хочу сказать, если вдруг вы обиделись, может быть, из-за того, что кто-то сделал что-то по-другому, не так, как вам хотелось. Может, высказал что-то не то. Может, поступил не так. И вы чувствуете у себя обиду, так же, как чувствовал себя Ахитофел. Пусть это будет для вас красным знаком, что проблема не в обстоятельствах, которые произошли, а проблема у тебя в сердце. Что гордость, она где-то вылазит. И ты должен прийти перед Господом к покаянию и попросить Его, чтобы Он изменил тебя. Потому что мы служим для того, чтобы принести пользу для Божьего Царства. И человек, который находится перед Богом в смирении, здесь в этих главах тоже потом говорится о смирениях, он ищет Божьего, он ищет, как сделать лучше то, что послужит и принесет хороший плод для Божьего Царства. И неважно, поднимется этот человек, опустится, пренебрегут где-то его советом, он ищет, что послужит, что приобретет плод. Поэтому вот это такой один маленький первый урок, чтобы мы проверяли, что стоит за нашими поступками. Является ли, может быть, гордость или что-то другое причиной того, что мы делаем. Я читаю дальше. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». Желаете и не умеете, и не имеете. Просите, говорит, и не получаете. И знаете, когда речь идет о желаниях, то здесь говорится не просто, что я чего-то хочу. Здесь речь идет о вожделении. И вожделение и желание – это есть разные вещи. То есть есть человек, у которого определенная нужда, он в чем-то нуждается, это одно – вожделение – это сверх того, что у тебя уже есть. Вот мы сегодня говорили, да, вот Игорь сегодня про чек говорил, свидетельствовал. То есть, например, ты можешь не иметь машину, и ты чувствуешь, что у тебя есть в этом нужда, у тебя большая семья, тебе нужно туда, сюда. Тебе это необходимо, реально тебе это нужно. И ты можешь действительно у Бога это просить.
Это нужда, и ты приносишь эту нужду перед тобой. А есть другая ситуация, когда ты уже ездишь на хорошей, крутой машине, ты говоришь, вау, что-то мне это BMW надоело. Ну-ка перейду-ка я лучше я на Ягуар. И начинаешь просить у Бога в упорной молитве этот Ягуар спортивный. То есть это уже не нужда, это уже вожделение твое, это уже что-то сверх того, что у тебя есть. Но как бы здесь даже речь идет сейчас не об этом. Он говорит, вы желаете и не имеете. И говорит, убиваете и завидуете, и не можете достичь. То, что я уже говорил, что мы иногда, мы желаем, завидуем достичь чего-то чужого. И одна из 10 заповедей, она говорит, не возжелай. Не возжелай того, что есть у ближнего твоего. Это не то, что когда ты увидел что-то у кого-то, ты говоришь, вау, классная, красивая вещь. Красивая, может быть, квартира, машина, одежда, обувь. Я тоже такое хочу. Но ты не хочешь его, ты идешь и трудишься, и приобретаешь. Это совсем другое. Вот мы с Игорем говорили на прошлой неделе, он такую сказал фразу, не знаю, она мне просто на сердце влегло. Он говорит, вот люди многие, которые вот живут, они что-то имеют и потом приобретают чего-то большего. Он говорит, я радуюсь за них. Я радуюсь за них, потому что я знаю, какой великий труд стоит за этим. Это не то, что человек, на него там раз что-то упало, и он раз начинает там все приобретать, что хочет. Он говорит, я знаю, какой великий труд стоит за тем, что человек сегодня получил, что он имеет, насколько сильно он трудился, и поэтому у него теперь есть, я не знаю, какие-то финансы, и он может себе что-то позволить. И это не то, когда мы идем и забираем чужое. Это когда ты трудишься, ты БМЭТ впахиваешь, и потом ты можешь что-то приобретать. И Яков, он здесь говорит про зависть, что это нехорошо, это плохо, это убивает, можно даже так сказать. Но к чему я здесь говорю вот про наши желания, про наши просьбы? Знаете, есть сегодня в мире, можно сказать, такая теория, миф, искаженная теория, которая основывается на стихах из Луки. Я хочу их прочитать, это Лука 11 глава. И многие из них даже, многие из вас знают эти стихи даже наизусть. 11 глава, 9-10 стих. Написано, и я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. И сегодня в мире многие верующие, знаете, может быть, даже где-то у меня такое было вот понимание. Мы говорим, я верующий, Господь, Он мой Отец, и поэтому все, что я буду у Него просить, если я буду еще просить так, как здесь написано, с усердием стучать, то я добьюсь, и мне Бог даст. То есть все, что я хочу, Бог мне даст. И знаете, это неверная теория. И, к сожалению, многие из нас, когда мы вот так вот просим, иногда даже годами просим, мы не получаем, и мы потом находимся в таком непонятном состоянии и говорим, как так? Ты же Господь обещал. Я вот уже 10 лет прошу у тебя это, а ты мне не даешь. И ты не понимаешь, почему. Что Бог лживый, Писание не так работает. Все происходит из того, что вот эта вот теория, когда мы думаем, что Бог нам даст все, что мы просим, она неправильная. И вот эти вот стихи, которые Яков здесь приводит, он говорит, если мы просим для наших вожделений, вы это никогда не получите. Если вы просите не на добро, а на зло, вы этого тоже не получите. Господь, Он знает наши нужды. Это про то, что я стал говорить. И Он даже пишет, что в Матфее, помните, Он говорит, не будьте как язычники. Он говорит, не надо молиться, дай мне это, дай мне то, дай мне это. Он говорит, я знаю ваши нужды. Он говорит, посмотрите, о птицах я забочусь, вон там колосья выращиваю. Одеваю их очень прекрасно. Он говорит, я знаю то, в чем вы нуждаетесь. Я все это прекрасно знаю, я вам дам это. Вам даже не надо об этом заботиться. Но если речь идет о вожделениях твоих, то Господь к этому на самом деле относится очень критично. Вы помните, один из самых больших грехов, который случился у Израиля, это было их вожделение, когда они сказали, мы хотим мяса.
То есть им недостаточно было мяса, им недостаточно было то, чем Господь их кормит. И говорит, мы хотим еще, мы хотим больше, мы хотим лучше. И Господь им дал мясо. Но было очень-очень много жертв. Была большая эпидемия, и погибло тысячи людей. Вожделение. Они никогда не приводят к доброму. И вы даже можете просто взять пример нормальных родителей. Нормальные, хорошие родители, они никогда не дают ребенку все, что он просит. Может быть, некоторые из вас не согласятся со мной, но мы знаем, в чем нуждаются наши дети. Я не буду своего ребенка каждый раз, когда он меня просит шоколадку или конфеты с утра до вечера давать ему. Нет. Потому что я знаю, это неправильно, это повредит ему. То же самое и с Богом. Мы иногда выглядим вот так вот, как дети. Ты говоришь, дай мне то, что не приведет к моему благу. То, что будет для меня вожделением и приведет, наоборот, испортит меня. Бог, Он не даст тебе. Есть какие-то вещи, Господь, Он знает твои желания, Он знает твои чувства, Он знает твой цорох, твою нужду и даже знает, что ты хочешь больше, чем нужды. И в Писании Бог нас учит, как мы должны молиться, чего мы должны искать. И здесь написано, что мы должны прежде всего искать волю Его. То есть, когда мы ищем Его волю, когда мы просим по Его воле, тогда мы сможем получить. Давайте откроем 1 Иоанна, 5 глава, с 14 стиха здесь написано. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Многие люди убирают первые стихи, говорят, ну как, Бог же слышит меня. А раз Он меня слышит, я могу просить у Него все, что я хочу, Он мне даст. Но первый стих говорит, когда мы просим по воле Его. То есть у Бога есть определенная воля, есть то, к чему даже каждого из нас Он призывает, чтобы мы делали что-то, совершали для Его Царствия. И когда мы просим по Его воле, естественно, Он нам даст. Вспомните пример с царем Соломоном, Мелех Шломо. Когда он пришел на царство, Бог ему говорит, проси, что ты хочешь. И царь Соломон сказал, ты мне дал столько много народу. Я не знаю, как управлять ими, дай мне мудрости. Бог говорит, вау, твоя молитва, Бемет, искренняя. Действительно, ты не попросил себе денег, ты не попросил себе лошадей, силу, мощь, армию. Ты попросил мудрость, чтобы правильно исполнять то, к чему я тебя призвал. И вот поэтому я тебе даю все остальное. Когда мы начинаем служить Богу, когда мы начинаем делать вещи для Него, Он знает наши нужды, Он их покрывает и даже дает нам еще больше этого. Дает нам еще и благословение сверх того. Открывает нам новые разные возможности, чтобы мы даже себя чувствовали комфортно. Поэтому вот эта вот вещь, она очень важна для нашего понимания. Что если мы просим для вожделений, для того, чтобы насытить свою гордость, свой статус какой-то поднять, чтобы сказать, вау, какой я крутой, посмотрите на меня, как я добился всего, чтобы похвастаться перед другими, Господу это не угодно. Ты можешь просить с утра до вечера, может быть, даже что-то и получится, но в этом нет Его воли. Поэтому мы должны научиться различать наши нужды, от вожделений и от того, что угодно Господу. Просить по воле Его. Я читаю дальше. Все вещи, которые мы вот сейчас проходим, они на самом деле очень связаны друг с другом. Так, Яков, сейчас убежало у меня место.
Просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вожда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. В самом деле, очень сильные места Писания, и даже многих приводят в такое сотрясение, в непонятное состояние. Я помню, даже я не раз рассуждал над этими местами Писания. Как это так? Что значит друг? Если ты друг миру, то ты становишься полностью врагом Бога. Что же вообще имеется в виду? Что значит быть другом миру? Или что значит любить мир? Является ли то, что, например, я не знаю, у меня есть какое-то хобби, я люблю что-то делать, может быть, я люблю там вязать, или, может быть, я люблю заниматься спортом, или я пошел что-то сделал, или я люблю садить чего-то. Вот это вещи, которые от этого мира. Является ли это дружба миру? Или, может быть, то, что мне нравится, иногда где-то получать удовольствие, поехать куда-то и нормально отдохнуть со своей семьей. Я говорю, вау, как круто, как хорошо. Является ли это дружбой с миром? О чем же здесь идет речь? Что же такое дружба с миром? Как вы думаете? Что такое дружба с миром? Компании какие-то, что? Плохие привычки. Еще? Приоритеты. Окей. Чтобы лучше понять этот стих, посмотрите, с каких слов он начинается. Яков, он говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы. Странные слова, почему, как вот это вот связано вообще с дружбой с миром. А если посмотреть на иврите, здесь вообще по-другому написано. Но есть между ними связь. Здесь написано «мафирей наиманут». То есть люди, которые нарушают верность Господу. Люди, которые нарушают верность Господу, если происходит вот это нарушение Господу в их жизни, то это называется дружба с миром. И можно сказать, что вот эта вот дружба с миром, мы можем ее по-другому назвать духовным идолопоклонством. Почему идолопоклонством? Помните, в Писании, в основном, когда мы смотрим в Танахе, Бог, Он говорит, и это здесь, кстати, то, что написано, прелюбодеи, прелюбодейцы. То есть, когда народ, он оставлял Господа, что такое поклонство? Народ оставлял Господа, его принципы, его заповеди, и шли, начинали поклоняться другим богам. Что значило поклоняться другим богам? Это начинать доверять им, приносить им каких-то идолов, для того, чтобы они что-то сделали в твоей жизни, чтобы изменили какую-то ситуацию. То есть, когда упование на Господа, или точнее с Господа, переходило на что-то другое. И Бог это называет прелюбодеем, блудом. Он говорит, ты отошел от меня, ты отошла от меня, Израиль, жена моя, и ты прелюбодейка. То же самое происходит и у нас. Если мы, как верующие люди, вдруг нарушаем, начинаем нарушать принципы, наши основы, которые Господь дал нам, когда наше упование с Него вдруг начинает переходить на меня самого, на мои силы, на мои достижения, это называется дружба с миром. Это не то, что я там что-то люблю и что-то делаю. Нет, это не с этим связано. Это связано с моим доверием Господу или недоверием Ему. С моим служением Ему или неслужением Ему. Нарушением Его заповедей. Знаете, в Писании интересное место есть. В Исходе, 14 глава, 33 стих. Это вся история про то, как Израиль послал 12 соглядатаев. Помните, потом они вернулись назад, и они стали роптать на Господа. И здесь написано, что он им говорит, вот этот вот 14 глава из книги «Числа». Сейчас прочитаем. Открыли уже? Числа, 14 глава. Стих номер 33.
Бега. Что он им говорит? Он говорит: «А ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне». Какое блудодействие? То есть все, что Израиль сделал, они убоялись тех народов, которые там были. И они сказали: «Бог, ты нам не поможешь. Мы то, что видим перед нами, намного сильнее нашей веры». И вот Господь называет это блудодействием и наказывает Израиль. 40 лет они ходят по пустыне. То есть понятно, что ко всему к этому был еще и ропот, когда они говорили: «Оставь, зачем ты нас сюда привел, верни нас назад, мы тут все погибнем». То есть вот это вот недоверие Богу, оно называется блудодействием. Когда мы переводим наш взгляд с него на что-то другое. И знаете, в нашем мире сегодня это очень сильно проявляется. Очень сильно проявляется. Смотрите, я вам дам сейчас пример, но перед этим хочу прочитать стих, где написано в 1 Иоанне. Он конкретно также говорит, что плохо в этом мире. Да? Вы помните, это, Иоанн, это первое послание Иоанна, 2 глава. Все, что в этом мире... Что присутствует в этом мире? Говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». То есть те же самые слова, как и Иакова. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Похоть плоти, похоть очей – это вожделение. То, о чем мы с вами стали говорить. Когда ты хочешь всего больше, больше, больше приобрести для себя, для себя. И знаете, один из примеров, который я вам хочу дать, это вот сегодня весь мир, он говорит о финансовой независимости. Откладывай, копи, набирай, еще, еще и еще. И знаете, это может быть нормально даже делать. Но вопрос, опять-таки, что стоит за всем этим? Вот здесь вот в конце, или даже в следующей главе в Иакова, он говорит, как человек стал набирать, как планирует, чего-то хочет достичь. В других местах есть притча, как человек там себе целые амбары выстроил, запас. Вроде все нормально, это бедюк то, что многие из нас сегодня делают. Мы копим, чтобы сказать: «Вау, у меня что-то есть, оно будет меня хранить на случай беды, на случай того, что произойдет, может через 30 лет мне это понадобится». И вот здесь мы видим, что как-то отношение Бога к этому не очень положительное. Или вообще не положительное. Он говорит: «Человек, я у тебя сегодня душу твою заберу. Зачем ты это делаешь?» Поэтому все зависит, что стоит за этим, что находится в нашем сердце, почему мы это делаем. Либо я начинаю копить, копить, и в какой-то момент я отхожу и говорю: «Вау, у меня теперь есть сила, у меня есть запасы, у меня теперь есть мощь». И к чему это приводит зачастую, что ты говоришь: «Господь, ты мне больше не нужен». Мой взгляд от упования на него переходит на мое имущество, которое я заработал. На ту силу или власть, которую я приобрел. И многие люди так и падали. Из-за власти, из-за сил. Потому что все то, что они приобретали, оно их уводило от Господа. И один из стихов, когда Бог, он повелевает Израилю, он говорит: «Когда ты войдешь в эту землю, он говорит, я благословлю тебя». Как Игорь сегодня сказал: «Ты выбросишь старое ради нового. Я благословлю тебя, устрою, ты даже начнешь подниматься». Он говорит: «Но берегись, чтобы не возгордилось сердце твое, чтобы ты не забыл меня и не сказал: моя сила и моя рука приобрели все это». Что стоит за нашими поступками? Чего мы действительно хотим, когда мы делаем то или иное действие? Может быть, копить это и где-то нормально. Ты хочешь, может, семью свою куда-то вывести, отдохнуть, чтобы набраться сил, чтобы служить ему, чтобы просто функционировать. Но, как Бог говорит, берегись. Берегись, чтобы твое сердце не ожесточилось. Иначе ты войдешь вот в этот вот духовный блуд.
доверия и упования на Господа. Я читаю дальше. Опять, все те же стихи, они привязаны один к другому. Лука, Яков. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? «Да ревности любит Дух, живущий в нас, но тем больше дает благодать». Поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Или напрасно вы думаете, что сказано, «Да ревности любит Дух, живущий в нас». В нас есть определенный Дух. И вот этот вот Дух, я не говорю Божий Дух, а Дух, который просто живет в нас, он немножко искажен. Он подвергается зачастую разным атакам от дьявола, от разных духовных сил, которые присутствуют в этом мире. Иногда мы это можем называть Ецерара, который живет в нас. Есть много разных названий. И именно вот это вот, этот вот Ецерара, вот это вот злое начало, оно побуждает нас к разным вот этим вот вожделениям и похотям. И Слово Божье, оно говорит, Господь так сильно любит то, что живет внутри тебя. Не то, что вот это вот ты стремишься к похоти. Он говорит, нет, но я хочу, чтобы твое отношение, оно было правильным. Чтобы твои поступки были правильными, чистыми. Я люблю человека. Я его создал его идеальным. Я хочу, чтобы у нас были правильные взаимоотношения. Он говорит, поэтому я даю ему благодать свою, которая намного больше и может победить вот эти вот разные искушения, которые находятся внутри тебя. Но тем больше дает благодать. Поэтому и сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Бог нам дал своего сына Иешуа, который пришел, чтобы изменить нашу внутренность. Чтобы мы научились Его Духом, который приходит от Бога, побеждать то, что есть у нас внутри. Вот эту вот нашу плоть, наше злое начало. Он говорит, я вам это даю, я готов вам дать, помочь, только сделай какой-то шаг. Потому что если ты горд, то ничего в тебе не изменится. И многие люди, они просто отталкивают Бога, говорят, оставь, зачем ты мне нужен? Я и сам справляюсь. Многие хотят независимости, многие уповают на себя, может быть, на друзей, на правительство, не знаю, каждый на что-то. В Писаниях есть одно место, которое говорит, проклят человек, надеющийся на другого и свою плоть, делающий опорою. Но так поступает большинство этого мира. Свою плоть, делающий опорою, надеющийся на другого. Наше упование на Творца. Он говорит, если ты смиренный перед Ним, если ты приходишь, если ты открываешься, то Его благодать, оно начнет наполнять тебя. И оно превзойдет то твое злое начало, которое есть в тебе, и все твои вот эти вот неправильные побуждения. Но если ты закрылся, ты отталкиваешь его, то ты таким же и останешься. И поэтому он здесь призывает и говорит, итак, что нужно, чтобы что-то произошло? Он говорит, покоритесь Господу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и Он вознесет вас». Покоритесь Господу. То есть с этого все начинается, покорение Господу. И тогда, если ты покорился, тогда его сила начинает приходить. И вот здесь речь идет про дьявола. Он говорит, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Многие люди вырывают эти стихи из контекста и начинают идти и воевать против сатаны. Я его растопчу, я его победю. Да? Победю.
побежу. Здесь речь не про это идет. Некоторые идут, выступают, смело куда-то воюют, прогоняют сатану, молятся там супер великими молитвами. Речь совсем про другое. Он говорит, если ты позволяешь Господу наполнить себя, тогда то, что побуждает тебя сатана делать, вот этот вот ецерара, твои побуждения, твои неверные, искаженные желания, ты сможешь с ними бороться. Ты сможешь очень легко их отогнать, если ты покорился Господу, открылся для Него. Тогда ты сможешь спокойно сказать, уйди от меня, сатана, потому что Божий Дух меня наполняет. Я не хочу мыслить в эту сторону. Я хочу поступать так, как Бог хочет. Да, мое желание, оно меня туда тянет. Уйди от меня, сатана. Боже, помоги мне преодолеть вожделения мои. Тогда у тебя будет сила, после того, как ты покоряешься Господу и открываешься для Него, тогда у тебя будет сила сказать «Уйди». Тогда у тебя будет сила противостать, потому что Господь пришел и наполнил тебя своим духом. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Господь очень желает приблизиться к каждому из нас. Но шаг, он первый за нами. То есть какое действие ты делаешь? Хочешь ли ты действительно к Нему приближаться? Хочешь ли ты наполняться Его словом, молитвой, иметь отношение с Ним? Если это происходит в твоей жизни, то обязательно Господь приблизится к тебе. Он не скроет от тебя свое лицо. Он не отдалится от тебя, но Он пойдет тебе навстречу. Поэтому это то, что мы должны сделать. Покоряешься Господу и начинаешь... Пытаешься с Ним строить взаимоотношения. Читая Его Слово, наполняясь, молясь, и тогда Он приблизится к тебе. Очистите руки, грешники, и исправьте сердца двоедушные. Наши руки. Когда речь идет о руках, речь идет о наших поступках. И здесь Иаков говорит, что если ты приближаешься к Господу, тебе нужно... То есть сначала, говорит, руки очистите, а что потом? Исправьте сердца. То есть наши побуждения, наши желания, наше внутреннее и наши поступки. То есть мы иногда можем очень красиво чего-то говорить, очень красиво ободрять, побуждать, учить кого-то, но поступать совсем по-другому. Ишуа когда-то сказал про книжников, фарисеев, что говорят, хорошо делают. Но как поступают, так вы не делаете. Делайте то, что они говорят. То есть наши внутренние побуждения и мысли, они должны соответствовать нашим делам. И Иаков говорит, он говорит, очистите ваши руки, чтобы они не были полны зла, преступлений. Исаия молится, и он говорит, Бог говорит народу, я не приму ваши жертвы, они мне надоели. Ваши молитвы, я затыкаю уши от них, потому что руки ваши наполнены кровью. Он говорит, очиститесь, измените ваши пути, и тогда мы сможем с вами поговорить. Измените, очистите ваши сердца. Мы можем, как я уже сказал вначале, поступать хорошо, но из неверных побуждений. Поэтому и наши дела... И то, что выходит изнутри, оно должно соответствовать. Измените, очистите руки и сердца ваши. Сердца двоедушные. Да? Даже конкретно показывает нам, в чем иногда наша проблема. Что мы и для Господа, и для себя, и для еще чего-то. И правильно, и неправильно, и все вместе. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Господь никогда не отвергнет и не отвергает молитву сокрушенного сердцем человека. Если мы приходим к Нему, раскаиваясь
в плаче, в рыдании, просто в раскаивании, говорим: «Господь, измени мне, это надоело, я так больше не хочу». Эта молитва навсегда угодна Господу. Эту молитву Господь готов слышать и принять. Опять-таки, если ты действительно раскаиваешься, а не так, что, как Писание говорит, что вы говорите мне только льстивыми устами вашими, а на делах ничего другого не делаете. И какое обетование? Он говорит: если вы смиряетесь перед Господом, Он вознесет вас. Гордость, она ведет к падению, а смирение к вознесению. Поэтому, когда мы приходим к Господу, а мы начинаем в смирении служить перед Ним, Господь возносит такого человека. Он покрывает все его нужды, дает ему благословение, и он поднимает и укрепляет его. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. Или написано: злословит Тору и судит Тору. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель Торы, но судья. Но есть один законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто такой, что судишь другого? Не судить друг друга, не осуждать друг друга, не злословить друг друга. Интересное место. Он говорит, что если мы начинаем кого-то злословить или осуждать, то мы судим Тору. Странно, думаешь, как это вообще связано? Что это значит? Что значит я сужу Тору? Я противоречу Торе. А все происходит потому, что есть места, которые говорят: люби ближнего своего, как самого себя. И когда-то спросили еще, кто ближний? Он говорит: не обязательно даже тот, кто рядом. Это может быть любой человек. Даже тот, которого ты ненавидишь, тот, с которого ты не разговариваешь, как самарянин, когда иудеи с самарянами не общались, но он пошел и помог тебе. Поэтому заповедь, она гласит: люби ближнего своего, как самого себя. И если мы начинаем осуждать человека, судить его, то мы начинаем противоречить Торе. Мы начинаем осуждать Тору, мы делаем Бога лживым, и мы становимся судьями, законодателями. И вот здесь Иаков, он обличает нас и говорит: это неправильно. Любите ближнего, и ближнего, и дальнего, любите врагов ваших. Я даже сейчас не хочу входить в то, что как, например, практически это делать, как любить врагов. Но даже простые вещи, осуждение человека, грань между тем, что когда мы начинаем о ком-то говорить и осуждать потом человека, она очень-очень тонкая. Она очень тонкая. И даже духовные очень люди очень легко могут перейти и пересечь эту грань. Потому что осуждение ведет к суждению и изменяет отношение человека по отношению к другому. Поэтому давайте просто призываю, чтобы мы могли стараться. Если ты вдруг слышишь от кого-то, может быть, это исходит от тебя, и тебя кто-то так слышит, что ты начинаешь говорить о другом, оно очень быстро перейдет в осуждение. Лучше прерывать эти разговоры. Даже если кто-то по телефону иногда, знаете, общаются друг с другом, могут и часами есть такие, которые могут говорить о ком-то. Не нужно позволять этому развиваться, потому что это противоречит Божьему Слову. Лучше сказать: извини, вон ко мне гости пришли, там чайник у меня закипел, потом поговорим. Чем позволить вот этому вот, всей вот этой вот каше вскипеть и вылиться наружу. А самое главное, если вы чувствуете, что у вас такое происходит, лучше пойди поговори с этим человеком. И тогда, может быть, ты решишь те претензии, которые у тебя есть, и поймешь. Мы зачастую не знаем, почему люди поступили тем или иным образом. Почему они сказали нам так или по-другому. Иногда ты имеешь в виду одно, а человек предполагал совсем другое. Из-за этого очень много возникают проблем, и желательно пойти и выяснить это с человеком, чтобы оно не оставалось где-то у тебя в сердце,
и потом ты ходил бы и рассказывал всем, какой он плохой или она плохая. Ну и последняя здесь часть, она говорит о том, что сегодня или завтра люди говорят, мы отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Но вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. И так, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Тоже какая-то речь, да, идет о наших планах. То, что мы планируем, то, что мы пытаемся куда-то поехать, куда-то выехать, может быть, отдохнуть. И опять-таки вопрос, то есть либо я это все делаю своими силами, или я это приношу перед Господом. И как я уже сказал, Он знает мою нужду. Если ты нуждаешься в том, чтобы поехать отдохнуть, набраться силу, ты говоришь, Господь, устрой все. Устрой. Все зависит от тебя. Пришла корона, и никто никуда не поехал. Или наоборот, кто поехал, не смог вернуться. Или. Есть много всего, что не зависит от наших не зависит от нас, от наших усилий, от того, что мы делаем. Господь может в одну секунду все изменить таким образом, о котором мы даже не могли задуматься. Поэтому приносите перед Господом ваши планы. Приносите, чтобы Он Бемет мог устроить. И как здесь написано, Он говорит, если угодно будет Господу, и живы будем, вся наша жизнь в Его руках. Поэтому, если вкратце, то, о чем я сегодня говорил, смотрите, что стоит за нашими делами, что находится в нашем сердце, какие побуждения у нас, вожделение или мы пытаемся достичь нужды, чтобы наша молитва, она могла быть по воле Божьей. Чтобы мы научились искать прежде Царствие Божье, тогда все остальное приложится к нам. Дружба с миром. Я думаю, это очень важная вещь. Уповать на Господа. Надеяться на Него, а не на себя и не на свои силы. Быть верным Ему. Я думаю, это то, к чему Он как раз призывает. Что Он любит Дух, который в нас. Он любит нас, Он любит человека. И Он смотрит, что у нас внутри. Он дал нам для этого всякую силу, благодаря Иешуа, Мессии. Давайте встанем. Хочешь что-то сказать? Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя за Твое Слово. И я прошу, Боже, чтобы Ты просто помог нам впитывать, и чтобы мы не оставались слышателями, но мы могли менять что-то в нашей жизни, Господь. Все, что сегодня говорил и Игорь, и Леон говорил, то, что я говорил, я прошу Тебя, Боже, чтобы мы научились использовать Твое Слово и применять его в нашей жизни, Господь. Соверши в нас изменения. Я прошу, если у нас где-то есть гордость, где-то неправильные стремления, чтобы Ты это исправил. Помоги нам наполниться Твоей милостью и любовью. Ты нам все дал бесплатно. И Ты Бог, который заботится о нас. Укрепи наше упование и нашу надежду на Тебя. Мы благодарим Тебя, Боже, во имя Иешуа Мессии. Аминь.